Самая распространенная проблема с чтением японских иероглифов – это когда ты встречаешь слово, состоящее из двух или более иероглифов, и не знаешь, по верхнему чтению читаешь, или по нижнему, или как-то по третьему. Вот, но это достаточно простая проблема, потому что просто заходишь в словарь и проверяешь то, как оно читается. Гораздо более серьезная проблема – это когда глагол пишется абсолютно точно так же, как другой глагол, который строится из этого иероглифа, и ты не знаешь, каким образом он произносится. Чаще всего, во-первых, глаголы разные, и они имеют разные окончания. То есть, допустим, если взять глагол «киру» и «цуку», у них один и тот же иероглиф, но у них разные окончания, поэтому ты всегда точно их можешь отличить. Иногда бывают окончания, то есть последний слог одинаковые, но иероглиф пишется с двумя последними слогами. То есть, например, «кувавару» и «куваэру». Вот, но есть такие иероглифы, которые имеют одно и то же окончание и пишутся именно с одним последним слогом. Вот, например, хику и хидику. И невозможно узнать, какой именно глагол имеется в виду.